Всем привет. Мы сегодня на шопинге. Сейчас мы приехали в Икею. Будем покупать всякое разное для дома. И опять забыл микрофон. Простите, лось. Просто лось. Мы хотим купить подставку под телевизор, но здесь подставки, которые нам не подходят. У нас телевизор 55 дюймов, а здесь они такие огромные. Или вот такие вот узенькие. Вроде бы как под нашу ширину подходит, но низкая. Низкая. И ценник, видите, $170. Настя находила там в интернет-магазине специально под телек подставку с двумя полочками, там $78. А здесь вот оно что-то, ну, короче, совсем нам не подходит. Нет именно таких нормальных. Нам в угол надо поставить. Эти все широкие и низкие. Настя нашла черный, говорит, вот высокий, но он, во-первых, огромной глубины. Нет, он нам подходит по глубине. Не-не-не, Настя, он не... У нас там вот эта штука 70. Да, но он будет выступать сильно, ладно. Настя ищет штору для ванной. У нас штора. Штора тут внизу, из-за сырости она, короче, плесенью покрывается. Ну, я тут хлорка делаю, выглядит, она все равно там внутри. Выглядит ужасно, да, там прям ее трогать противно. И цена $12. Ну смотри, берем тогда что ли такую. А у нас с оттенком или белая? Белая. Белая. Хлорки потом. Белая, и вот такие вот расцветочки есть. А цена, Настя, одинакова у всех? Смотри, вот это дешевле. Ой, ну $12, $9. Точнее, не 9, а 10, да, $14. Вот голубая. Ну, голубая, не знаю, для нашего санузла. Да, я на себе предложил плёнку за, видите, 2,50. Как раз для 99. Жизни иммигрантов, да. В свой дом, что там, хорошее покупать, а в съемной же фигню. Олег, что ты говоришь? Это я говорю, мы сдавали в квартиру, и люди нам ее упыхали. Одна семья упыхала в капец, а другая потом. Более-менее, но ни свою не жалко. Ну возьмем вот эту, давай. Отлично, да? Да, вот как эту, у нас которая, была. Как у нас была, она хорошенькая. На ощупь такая приятная. Коснулся рукой, там нормально. Что там? $12. Все? Да. Вот это и все? Вот вся это... радость. Совпадает? Сейчас гляну. Глянем. Отлично, да. Ну ты посмотри, да, вот эти. Да, все. Да, да. Берем. Кольца у нас есть. Итак, Настя присмотрела подушку. Рассказывай, зачем подушку? Ну, на диван, на новый. А, на новый диван? Да. Ну, наверное, я думаю, они должны быть по цветам какие-то другие. Да у нас бежевым там все было. Есть тут всякие. А цены какие? Ну, вон, видите, там. $5-6. Настя предлагает съездить в Walmart. Там ну, посмотри. Подушечку, она такая мягкая, она хочет таких. Ну давай в Walmart купим. Икея как бы большой выбор всего, но дорога, этом, мне кажется, не самое лучшее, может быть. Настя нашла мохнатую наволочку. Она с одной стороны мохнатая, с другой гладкая. А с другой такая вот. Для этого ткань. Надо еще подушку покупать. Да, нужно купить подушку. Ого, $40 наволочка. $40 наволочка. Мы Софии это на коврик мохнатый на пол за 60 не купили. А наволочку за 40, думаю, как-то не будем, все-таки не будем. Так, мы пришли к карнизам. У нас же тюль есть. Нужно купить карниз, да. Да, у нас тут есть размеры наших окон. Так, нет, Настя, это... Да, 122, 122 дюйма. Сейчас будем выбирать. Нужен крепеж. Крепеж. Где-то был здесь. Нет, что-то я подзабыл, Настя. Я помню, там коробочки были. Вот сейчас. Черная, а то мы белые. Нет, мы белые видели. Сейчас глянем, пройдем, посмотрим. Наверное, вот это. Ага, да. Вот такое будет на одну и на другую сторону. И сейчас найдем. Сейчас найдем этот самый. Ну, вон, внизу. Трубочку. Да. Все, я взял такую трубочку, штангу. Это вот такое вот добро, оно стоит, видите, $9. Ну, как бы, я не знаю, маленький 9, может, $10. Вот такой, здесь есть такие какие-то большущие, есть вот такие тоненькие. Так что я взял тоненькую, туда будет, в нее, короче, нормально для нас.
Так, и цена, наверное, не показал я вот этой коробочки для крепежа. Где же она? Уже я что-то потерял. Ага, вот они. Вот они коробочки. И где же ценник? Так, в тупике я. Все, я нашел все-таки ценник. По коду сравнил, потому что здесь лежит одно. А ценник вот он. Всего $1.5 такая коробочка. Отличная цена. Нам нужен ковер для дивана. Мы как раз находимся здесь, но мы уже как бы прошли, я тут вернулся, чтобы заснять. Ничего подходящего не видать. Вот такой у нас у Софии лежит, только цвет у нее беленький. А здесь все какое-то сильно цветастое и не подходит нам по теме. Ну, цены вот 180, 230, 200. Разное. А нам нужен не маленький ковер. И в то же время как-то вот, я не знаю, разноцветное такое у нас серый. Короткий. Кто? У нас, например, надо 11, да? Кто 10 короткий? Ковры. А, ковры? А тут нет, тут висят маленькие. 5х7 в основном, я глянул. 5х7 маленькие, это, наверное, все-таки в Костко будем где-то смотреть. Потому что как там в Эдхоум смотрели, там куча коров и какие-то качества. Ну, не знаю, там, знаете, со шланга мыть на улице. Настя, вот что-то понравилось. Да, ну он 5х7. Да, но качество хорошего. 5х7. Ну, мелкий, да, мелкий. Это вот как вот из детства там. Какой из детства? Ну, по крайней мере, как в гостиной. Ну да, его положил, он такой будет хороший. И цвет такой не пестрый, хороший. Так, да. Вот издалека цвет. Но, к сожалению, совсем малюпусенький. Что, будем дальше искать где-то чего-то? Не, ну 7 нам подойдет. Так, а вот, ну, если смотри, вот он за 180. Ну, 5х7, это вообще фигли-мили. Тоже на ощупь такой мягенький, приятный. 5х7. Нет, Настя, 5х7 у нас вообще капец какой размер. Ну, такой цвет я не хочу. Ну, да. Мужчины. А вот, смотри, а, ну это тоже самое это висит. Это самое, вот мне понравилось. Смотри, вот они есть. Максимальный. Максимальный 6,7 на 9 и 10. 6,7. Ну, может, нам такой пойдет. Такой пойдет. Ну, что только кто, я не пойму, 179. Да, $180. Настя говорит, вот он, вот такой. Пишите в комментариях. Мне кажется, это ужас для нашей спальни. Вот такой вот какой-то. Блин, не спальня, а плитка. Кругленькая. Вот этот? Темный, да ну. Короче, у нас нет согласия с Настей. Качество хорошее, мягенький, ступать будет хорошо. Но. Ни этот, ни тот все, мне не нравится. Нет. Да, больше ничего, все, мы уже на выходе. В Икее, да, тут какой-то для сильно маленьких комнат. Не для нашего гостиного места. София у нас рисует, и нам нужны рамки. Мы сейчас дошли до места, где всякие-всякие рамочки. Да, вот такого размера у нас рисуночки. Рисунок. И сейчас Настя будет выискивать что-нибудь похожее по формату. Беленького. Берем беленького. Беленько на беленькое? А, ты имеешь в виду каемка? Да коричневого, наверное. Можно и беленькую. Не, это вообще не то. Эта штука, ее можно там раз подвинуть. Да не, Настя, ну вообще, не, это я не понимаю. Поменьше? Маленькую фотографию в огромную рамку, да. Смотрим и смотрим, они здесь все однотипных размеров. 20 на 25. Ценники разные, там $13-15, но ничего подходящего нет. Наверное, на Амазоне будем заказывать. Итак, у нас сегодня микро. И цена вопроса где-то $25. Поэтому сейчас пойдем в кафе, чтобы потом повысить сегодняшнюю еще сумму. Еще один магазин посмотрим, ковер. Да, еще, короче, мы будем продолжать шопиться. Мы решили перекусить кафе в Икее, но здесь какой-то экстра... Огромное количество людей. Такого никогда не было. Будет обед, да. Сейчас около часа, наверное, да? Сейчас скажу, сколько. 12.50. 12.50. Уже почти час мы в магазине. И вот будем еще в магазине. Прошло 17 минут, и мы наконец-то добрались до первой еды. Что будешь брать? Да я буду брать что-нибудь такое серьезное. А вот эти вот сладости не хочу. Ну, как бы. Рыбка? Ну, посмотрим. Сейчас ближе подойдем. Настя взяла себе салатик вот здесь. С рыбой мы не стали связываться. Можно рыбу сюда, но я не хочу.
Ну, что-нибудь другое. Тут есть фрикадельки прикольные. Есть мясо вон на всяких тарелочках. Дальше напитки. Дальше покажем еще. Итак, на мониторе вот показано, что нам брать. Что ты говоришь, Настя, будем брать? Горошек, пюре. 2,79 Горошек, пюре, тефтельки. Итак, мы в мясной части. Здесь есть вегетарианские шарики и мясные шарики. Ну и мы будем мясные. Дальше картошечка и прочее. Так, вот мы здесь уже набрали. И вот моя тарелочка. Да, давай мне еще такую штучку. Это, наверное, ближе к супу дают. Ближе к супу? Ну ничего. Все, мы почти прошли самую длинную часть. Салатики, но мы не будем. И туда на кассу. Наша покупка стоила 24,54. У Насти был купон, карточка $5. Она метнулась за чайком. Приятного аппетита, моя хорошая. Спасибо. Всем приятного аппетита. Мы приехали в другой магазин. Я первый раз здесь. Настя говорит, здесь продаются паласы. Не говорили. Да, так сказали, что мы пойдем поглядим, что здесь. Недорогие. Недорогие ковры. Настя заприметила подушечки. $24 это одна. Цена какая. $9 другая. Ну, не нет, это не для того. Это такие декоративные больше. Но нам и декоративные. Так, а вот магазинчик. Вообще всяких, такой. всяких товаров. Всяких, я не знаю даже. И игрушки, и прочее такое. Так, Настя, меня тут что? А, это к весне, вон веночки и прочее, и прочее. Вон, сейчас покажу по чуть-чуть. Здесь праздничные всякие вещи. Подарочки, перчатки, ну всякая всячина. Магазин промышленных товаров. Здесь всякое к Пасхе. Настя тут уже все, побежала. Яички, видите, для деток, которые открываются, всякий декор и прочее. Настя, давай, может, все-таки по существу, а то мы тут застрянем, и мы все воскресенье. Товар покажем товар. Ной. Какая хорошая есть причина шариться по магазинам. Все, вот она еще раз. Тюль. Это какая-то вообще дешевая тюль, 7 тысяч. Не, Анастасия, фу-ти, 7 тысяч, $7. Вот как у нас. Ты думаешь? Не знаю. Настя нашла тюль, подходящую для нас. Хочет кинуть костку на покупку в $23. Вернуть и взять другую. Не знаю, может, давай мы все-таки костку померяем. Что там она? 37. 37 дюймов. Все, я же говорю, цена $5, я думаю, все-таки как-то. И цена соответствующая, потому что они малоразмерные. Просто здесь фиг найдешь какие-нибудь. 84 длина. Вот там, видите, 84. Одна, да, панель. 80. Настя, она панелька. Что одна панелька? Ну, одна штучка. Здесь одна, не пара. Вот в Икее там была парой. А здесь по одной. Ну, кому сколько надо. Надо на окошко. Хотя, вот видишь, показано с двух сторон, продавали бы парами уже. Настя нашла подушечку, не могу вытянуть ее. $17. $17, да. Ну, мягенько, это как раз. Я чувствую, пока мы этот смотри, весь магазин не пройдем. Можно розовое, а вон можно. А, нет. Нету бежевого. Нету бежевого. Можно такой цвет подойти. Ясно. Короче, пытаюсь включить режим занудного мужа, но жена вообще как-то вот у нее устойчивость к моему режиму. Все. Не может она оторваться. Я уют. Я уют, понимаешь? Я. Я принцесса, королевна. Я ж уютный, да, и ты вообще, да, не понимаешь, я тебя еле диван попросила. Да, еле в диван попросил, да. Да, да, вот заставил, это, наверное, больше подходящее слово. Со скандалом. В Икее сегодня полно народу, полно. Здесь же вообще совсем чуть-чуть. Да, что-то я не вижу отсека с паласами, с коврами, как угодно их можно называть. Может, на другом этаже? Здесь еще и другой этаж под офисные дела. Я прям не знаю пока. Тебя обманули, Настя.
Это была просто шутка. Короче, ковриков, точнее ковриков, паласов здесь ковров не видно, но здесь коврик. Видите, хорошие друзья приносят вино. Для птичек. У нас есть для птичек, Настя, не трать время. Зачем? Смотри, а что это такое? Я без понятия, чтобы не садились и туда ныряли. Там, может... И там оттуда ели, Настя. Подставочка для птички. Надо же как-то. А лянь, какие интересные листочки висят. И они так тык-тык. Солнышко мое, пойдем уже. А лянь, для колибри. Да, нам очень актуально. Да, они в цветочек засовывают свой клювик и пьют нектар. Ладно, понял. Нектар. Я все-таки нашел ковры. И посмотри, что здесь есть. Маленькие-маленькие и вот несколько больших, но это вообще не вариант. Судя по тому, что они тонкие, рулоны, это означает, что они, ну, совсем. Ой, да они там просто, их на улицу можно наложить. Для нашего не подойдет вариант. Да, они жесткие. Настя, это уличный вариант какой-то, знаешь, что бросит там в коридоре. Да, нас обманывают. Я же говорю, не нас, а тебя. Это на улице. Вот это на улице. Но они маленькие. Но они маленькие, да. А это вообще качество фигня, Настя, фигня. Прям как щетка какая-то зубная. Сколько там она стоит, я не вижу. $100, но это более-менее. Ладно. Что нас дальше? Обманули. Вас обманули, не нас. Вас. Ну, меня. Все, молодец, молодец. Мы нифига не нашли в том магазинчике маленьком. Идем в Костко. Это другой Костко. Не наш привычный, да. Возвращение блудного сына. Идем вовнутрь. Настя говорит, не люблю этот Костко. Потому что мы к одному привыкли. Здесь совсем другая планировка. Здесь по-другому начинается. Да, где тут ковры? Шиворот на выворот, да, здесь. Если там мы движемся по часовой, то здесь надо двигаться против часовой. Ну и, соответственно, все по-разному лежит. Так, тумбочки для телека. Ну, найдем сейчас где-нибудь ковры. Так, Настя, сейчас я думаю, где-то вот здесь. Вот здесь такая, это, как его, бытовая техника. Помнишь, там Костка рядом со всякими коробками с промтоварами были и ковры. Давай вот здесь, вот там они были, Настя. Я вспомню. Где? Вот, вот, видите. Выбор большой, не то, что там. Да. Костка forever. Накаркаешь, не найдем ничего. Накаркаем, не найдем ничего. Да ладно, не найдем ничего, зато поглазеем. Ну, сегодня воскресный шопинг. Скидка $30. $30, скидка. Ну что, я буду озвучивать, Настя будет в режиме молчания, потому что я лоханулся и забыл микрофон. Никак не привыкну к тому, что у нас есть микрофоны. Ну что, Настя, давай. Ой, для какой пушистенький. Ты говори, а я буду... Она говорит, для какой пушистенький. Засунь ручку. О, прям как котенка. Гладишь. Вот, он, видишь, один вот такого цвета. $250. $250. Ну, я уже готов потратить $250. Реально? Стоп, а у нас же есть чек. Есть, ты взяла чек? Есть. Мы получаем 2% кэшбэк, и мы можем использовать чек, купить себе ковер. А чек у нас там на 200 с чем-то. У тебя жена. Да, жена у меня лучше, лучше всех, да. Я, Настя, говорю, она лучше всех, кого я знаю. Ну, открыть можно? У меня, тебе да, у меня третья рука дома осталась. Ладно, ты скажи мне сумму, не выдавай все секреты. О, 233, да. Кто хочет купить ковер за $15? Мы. Так, ну что, любовь моя, давай. Трогай все. Давай, какой-то у нас подходит нам? Ну, 7 на 10. Ох ты ж, 7 на 10. А нам надо... А подходит нам. У нас там 8. А ну-ка покажи свой супер листочек. Это ты писал. Ну, я писал. Я же супер. Нам надо... Ну, 8 это сильно ты там много. 8, ой. 8 на 11. У нас чуть уменьшено. Подожди, у нас, да, у нас он диван. 7, нормально, чуть-чуть уменьшено. Давай, держи. Да. Короче, все. Я думаю, мы без ковра не уйдем. За $100, да. Если кто думает, что мы богатые, можно поприкидываться. И... Че, о, как у нас. Как у нас, да. Да, тут может пылесоситься вот плохо. Этот получше, это $100. Слушай, может мы это самое возьмем здесь и заменим в комнате, а наш комнатный 7 на 10, а наша комната 11 на 11. Смотри, вот такой он будет, вот он. Не знаю, сейчас... Не, ну, на ощупь похоже, да. Почему так $100 всего, Настя? У нас был 140 или 170, я не помню. Нет, ну здесь как-то он... Так, этот поплотней.
Ну, короче, сейчас мы будем тут все. Есть вот такие цветочки. Нет, нет, нет. Нам нужно вот что-то. Такой вот у нас, нет? Не помню. Нет, у нас не такой, у нас редкий. Но у нас что-то типа такого. Вот, не, вот ну он, это класс. Вот такой, видишь, на него сейчас скидка. Да, вот, вот такого класса у нас. Потому что у нас ковер хороший. Не, ну у нас ковер пляж, это не ковер. Короче, куска хороший ковры. Видите, вот зашли в любимый магазин. Пусть он и другой, но уже есть вот, давай, чему проглядеть. Да. Смотри, у нас может такой цвет нам подойдет. Нам подойдет такой цвет. Да нам подойдет, короче, вот кроме вот этих с красным, Настя. Кроме с красным. Красным, а у нас бежевый. У нас может и этот. Слушай, $139, Настя, это дешевая покупка. Надо набирать еды еще продуктов. Чтобы чек наш с кэшбэком потратить. Не, вот мне как-то вот на ощупь не очень, Настя. Вот здесь как-то. Не знаю, вот это как наш. Вот как наш. $90, 7 на 10. Короче, $100, мы говорим 99, специально маркетинговый ход. Я думаю, как он будет пылесосить, конечно, у него прям вообще это. Ну, пылесосится, неважно, какой он будет. Представь, а давай мы его купим нам в комнату и поставим. Потом не жалко будет, что он будет. Под кроватью большую часть, да? Большую часть под кроватью. А какой у нас тот размер, не помнишь? Мне кажется, такой же, 7 на 10. 7 на 10, да? А там все равно не хватало у нас местами. 7 на 10 не хватало, да? Ну ты представь, если мы купим в гостиную такой ковер, и он такой будет шикардос вообще, да? Представляешь, мы теперь будем все время тусить в гостиной. Да мы и так надеваем. Будем сидеть на полу. Да, люди говорят, у нас подголовники низкие. Я вам покажу, как мы сидим. Нам они не нужны вообще подголовники. Ну вот есть. Ну это ты... $200. $200. А ну-ка. Это знаешь, как кошка наша, Настя, на ощупь. Симка. Как симка, да. Только она как-то вот шерсть чуть-чуть другая. И она остается след. Она чем-то, наверное, побрызгана. Руки слегка жирные. Она силиконом. Или чем-то, не знаю, обработана. Ну, короче, я рад. Что-нибудь мы сейчас выберем. Я попросил сотрудницу пояснить, почему цена была разная. В итоге вот эта цена за $200 верная. А она поснимала там. Взяла, оторвала кусочек, отнесла туда, пикнула, обратно вставила, да. И поэтому мы возьмем, наверное, все-таки такой ковер. Скорее всего, такой. Настя, не нарывайся. Пошли продуктов наберем, чтобы мы полностью могли потратить чек. Я сейчас заберу ценник. Ладно, все. Сейчас я буду ездить везде, как торпеда. Не надо торпеда. А что нам за продукты? Только сыр взять, и все. Ну, нам нужно набрать на $230, чтобы потратить чек, солнышко. Давай вот тут одежду я наберу. Ладно, все, сейчас я хватаю этот коврик, а потом одежду. Нет, я такой не люблю. Настя теперь будет по вещичкам. Так, сделай, по вещичкам. А ну-ка, дай внутри что? Да, ну, вроде ничего. Синтетика. А, синтетика, да? Ну, фу-фу-фу. Синтетика, ХБ. Конечно, мне надо ХБ. Я же не натуральный, а не синтетический. Нафиг мне синтетика. Вот я думаю, себе такую кофту. Как тебе цвет? Такой или беленький? Не, такой хороший. Одевайся поярче, ты же помнишь, должна выделяться на фоне стен нашего дома. Ну, беленький тоже яркий. Ну, беленький привычно, это прям тебе будет бросаться в глаза. Бери поярче, мне нравится, когда ты ярко одеваешься. Все, уже набрали? Ты еще дешь. У нас $232, а эта штучка, я сейчас гляну, сколько она стоит. Так, вот я погрузил наш ковер и будем сверху еще накладывать. Кстати, в этом магазине все сложено более аккуратно. Стопочками аккуратно. Видите, ничего не растрепано. Прям вообще аккуратненько. Настя, думаю, все-таки розовую свою штучку за $12. Футболу. А? Что-что? Футболку все равно не хочешь такую полу? Да можно, почему нет? Какого цвета? А зачем футболку? У меня же есть куча футболок, Настя. Ну, это как рубашечка такая. Ну и куда я буду носить? Куда я буду носить? На работу. На работу? Надел какой-то, рубашечка с джинсами. Хорошо, солнышко, все, давай, цивильно смотрю, все. Что мне футболку одеть? Какую мне футболку одеть? Да, теперь буду спрашивать, а мне футболку или рубашку одеть, а? Буду тормозить еще больше. Ладно, бери, все, берем. На. Все, я сегодня за носильщика, катальщика. Настя отнесла розовую. Говорит, в розовую у меня есть, возьму беленькую. Ну, будет и беленькая, отлично, с меня такая.
Светлая женщина. Светлый человек. Брошку одел. Брошку? Ярко. Капец. Я все-таки нашел сыр здесь, Хаварти. Вот такой, наверное, возьму вот этого еще. Настя ничего не говорила, но буду еще есть такое. Все по-другому расположено, все по-другому сделано. А с нашим огромным рулоном общаться, мотаться будет неудобно. Еле нашел яйца. Просто капец какой-то. Они здесь в холодильнике. Спрашивал, увидел покупателя, у которого уже были куплены яйца. И спросил. Добрые люди подсказали. Настя дала мне задание купить виноград зеленый детям. Я тут посмотрел. Вроде бы хороший. Надеюсь, никак. Я когда-то купил и половину выкинули. Сколько стоит? Ага, вот оно. 5,70. Настя нашла мне пробиотики органические. Что-то мне никак не хорошеет. Поэтому надо что-то такое употреблять. С бифидобактериями. Я там капсулы пью, но что-то мне пока фигово. Настя, не могу найти мороженое. Ну ладно. Ну все? А где тут? Ты прошел везде вокруг? Да, прошел, но нету. Мороженое удалось найти только спросив у сотрудника магазина. Иначе оно тут вообще запрятано где-то в глубине. Возьму, наверное, вот это, София, есть этот фруктовый лед. С орешками это ей вредно. Кето, я не знаю. Нет, шоколад тоже у нее аллергия. Возьму вот коробочку вот таких. 12,70. Питьевая водичка у нас закончилась. Осталось там 3 бутылочки. Вот наша корзинка. Видите, минимально наполненная. Но зато у нас самое главное есть такое мягкое и приятное. Итак, наша закупка стоила $317. Но мы заплатили 84. Почему? Потому что мы постоянные посетители Костка. Итак. Класс! Видите, у нас уже ковер лежит. Вот здесь я покажу, какая вот толщина. Видите, мой палец. И он повыше моего пальца в толщине. Видите, хоп, поджал. Мягенький, приятно. Так что мы очень довольны. И по цвету. Вот моя принцесса или королева. Принцесса это меньшая. Вот такие дела. Так что пишите в комментариях, как вам наши. Да, еще сейчас я буду вешать тюль. Мы купили карниз. Вот он. Еще тут лежит. Да, и мы сейчас будем вешать костковскую тюль. Где она? Ну, короче, она где-то здесь поблизости. Так, вот вид сбоку. Ну, она как морлевка. Сейчас так закреплю. Здесь старая конструкция. Ну, ничего. Может, она будет хорошо смотреть. Ладно, меня волнует сначала палас, потом тюль. Так что вот такие дела. Оп, и пальцы, видите, утопают. Может, оно притопчется со временем? Ну, пока оно подтопчется, притопчется, мы покайфуем. Будем на полу сидеть. На полу сидеть. Да. А, да, покажи, как мы лежим обычно. А то люди спрашивают, вот, у вас низкие подголовники. Вот так. Да, но еще мы делаем вот так. Еще подушечка у нас есть. Можно такая. Подушечку. Да, и фактически получается, мы так полулежа, да, вот таким образом оно, видимо, должно использоваться. Не то, что... Да, и обратите внимание, она же вот эта часть сидушки, она широкая. Да, она широкая. То есть... Она получается даже вот так сел. Да, и все, и коленки, ну, как бы, сгибы ног не дадут попой дойти до спинки. Поэтому, скорее всего, именно это полулежачий диван. Ну, можно, можно, да, так. Лечь, так. Да, наверное, пришел с работы, вот так вот откинулся, да. И все. О, релакс. А вот и тюль. Повесили тюль. Теперь комната смотрится уже как-то по-другому. На этой неделе у нее максимальное преображение за последние 2 года. Да. Видите, палас большую часть закрывает. А здесь мы эту тумбочку... Да, здесь у нас будет вместо гироскутера тумбочка. Да, телек у нас будет здесь, потому что вот там нам сидеть сильно под углом голову крутить. Да, здесь мы можем. А так сели и получается прямо будет. Ну все, теперь вот с улицы уже открыл жалюзи и не видно тебя. Как-то я не люблю, когда стекла прозрачные, неуютно. Я жил в пятиэтажке напротив другой пятиэтажки, и там три этажа могли смотреть в мое окно. Куда я хотела? Пальмы.
Настя хочет пальмы. Я сегодня прям выступал категорически против. Она была очень возмущена. Но я не захотел в Икее покупать искусственную пальму. Что вы думаете? Темно. Нужно здесь что-нибудь или нет? Не надо ничего. Давай вот. Нет, тут искусственную поставлю. Открытый воздух. Зелень такая, вот, вон у нас зелень там. Здесь я хочу еще такое. Вот у нас зелень здесь. Диван, вот у нас зелень здесь. Хоп, диванный столик. Ладно. Следующий этап, да. Следующий этап. Да, сюда можно повесить картину. Сюда можно, да, повесить картину. Раньше у нас был один владелец дома, нам нельзя даже было гвоздь забивать в стену, потому что предыдущие жильцы ему вбивали, тут он потом закрашивал. А сейчас у нас нет никаких ограничений, мы просто по-человечески относимся к чужой недвижимости. Так, видите, вот мне нравится. Как вам? Нравится, не нравится? Пишите комментарии. Вот мы в полном виде. Ну что, спасибо, что смотрели видео до конца. Лайки, подписки, если не жалко. Всего вам самого-самого лучшего. Ждем ваших комментариев. Пока-пока. Пока-пока.